Парит, все равно парит. Прохладнее здесь не становится. Что вечером, что ночью, что утром. Одинаково. Парит круглые сутки. Как будто ты в парнике находишься. Это климат, конечно. Парниковый. Все, дети меня откуда-то издалека увидели, бегут навстречу. Привет. Привет. Это, конечно, событие. Привет. Привет. Ой. Это они с занятия идут. Не занятия, а в мечетях проходят по вечерам. Привет. Ну, домик построили. Когда тут в мае, что ли, проходил. Еще только копали под фундамент. Вот. Вот только что где прошел. Здесь тоже. Недели 4 назад только копал. Копали под фундамент. Вот выкопаны были ямы. Вот уже фундамент. Комнатки. Небольшие, по всей видимости, будут. Вот сейчас. Привет. Сейчас сейчас вдоль дороги пройду метров 600, и вы поймете, почему здесь лучше не ходить там, где асфальтировано. Шум, суета, гам вот этот. Все сигналят бесперечь непрерывно. В общем, далеко не самое лучшее место для прогулок. Это асфальтированные дороги.
Ну, здесь нет другого маршрута, известного мне, поэтому придется пройтись по асфальту немножко. Тут, кстати, асфальт весь, абсолютно везде, очень такого хорошего качества. Никаких ям, никаких выбоин нет. Я бы сказал, просто отличный асфальт. Его ремонтируют постоянно. Где-то какие-то переулки, там проулки, может быть, остались где-то. Где, может быть, как-то он покрошился или что-то еще. Если не в этом году, так в следующем все заделают или вообще новый положат сверху. А вон люди сидят под навесом, это все местные собрались со всех домов окружных, со всех близлежащих домов, и телевизор смотрят. Машин нет, надо обойти эту маршрутку. Слышите, он просто едет и сигналит. Вообще без причин, без каких-либо. Просто так. Поехали, тяжело груженные бананами. Опять кафешка местная, телевизор все сидят смотрят. Будь здоровья. Люди все кругом здороваются.
здесь вот перекресток и рынок. На таких перекрестках обычно рынок всегда. Такие крупные, если перекресток более-менее, всегда рынок. Здесь, по всей видимости, магазин, наверное, какой-то будет. Пруд. Крупных таких рыбу разводят. Привет. Привет. Вот так вот бреднем растягивают на всю ширину и рыбу всю собирают. А вот, кстати, самодельный грузовичок. Вот так вот полный. Забивают коробками, в коробках урожай. Лича там или еще что-то может быть. Дайкон может какой-то. Тут какие-то обрезки тканей в мешках. Нет. Какие-то обрезки тканей в мешках. Здесь большое количество производств прямо где-то вот рядом есть. Ветошь просто какая-то ткани. Вон их там много-много. Что-то делают с ними. Здесь где-то прямо рядом производство есть. Делают одежду для Европы. Джинсы, футболки. Кстати, тут здесь рядом где-то вот есть одно из самых крупных производств, которое обеспечивает, собственно говоря, джинсами, джинсовой одеждой и футболками практически всю Европу. Вот, видать, это с этого производства обрезки тканей.
Привет, привет. Ну, вот сейчас вроде бы вечер, а все равно парит, как будто ты в парнике. Воздух свежее, просто не становится. Привет! Привет! Надо будет леденцов, что ли, каких взять с собой в другой раз. Привет. Спасибо. Спасибо. Thank you. Спасибо. 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 Ну, смотрите, мне цветов дали. Интересно, будут они стоять, тому их принести в воде. Сейчас их уложу.